Отныне за фото- и видеосъемку процесса ликвидации стихийных бедствий, пожаров и аварий ждет наказание. Об этом заявил глава МВД РТ Рамазон Рахимзода 21 июля на пресс-конференции, сказав, что инициирует введение наказания для тех граждан, которые производят фото- и видеосъемку процесса ликвидации стихийных бедствий, пожаров и аварий. Министр напомнил самый недавний случай – пожар на крупнейшем столичном рынке «Карвон». Большое количество зевак столпились возле места происшествия, снимали на камеру пожар, тем самым мешая пожарным ликвидировать возгорание, сказал он. Рахимзада отметил, что было решено инициировать поправки в законодательство, предусматривающие ответственность для тех лиц, которые таким образом мешают процессу ликвидации стихийных бедствий и катастроф. Следует напомнить, что пожар на рынке «Карвон» произошел вечером 2 июля. По официальной версии, причиной пожара явилось короткое замыкание, с чем не согласны пострадавшие работники рынка. Как они утверждают, электрообеспечение рынка отключается ежедневно в 15:30, а возгорание началось в 20:30 по местному времени. Также очевидцы происшествия сообщили о некомпетентности правоохранительных органов и пожарной службы во время пожара. Сафар, один из очевидцев пожара, рассказал о плохо налаженной работе противопожарной службы. Пожарные приехали оперативно, однако они боялись близко подойти к рынку. Воду подавали с основной дороги, а это довольно далеко от пожара. Иногда туда долетали только брызги. На рынке также очень много сотрудников милиции, которые не особо церемонятся с населением. Другой очевидец пожара, местный предприниматель Умар, рассказывает. Вначале огонь был слабый, и мы могли бы спасти свой товар, но милиция оцепила секции и не пускала нас внутрь. Ничего вытащить нам не дали. И что нам с того, что арендную плату с нас брать не будут? У нас товара нет и денег нет. Подобные свидетельства наталкивают на мысли об истинных целях инициативы Рахимзады о поправках в законодательство, предусматривающих ответственность для тех лиц, которые ведут фото и видеосъемку ликвидации стихийных бедствий и катастроф. Thank you.